В Москве горел Пушкинский музей. Из музея эвакуировали около 30 человек. В центре Москвы в пятницу, 3 ноября, произошел пожар в здании музея личных коллекций ГМИ имени Пушкина. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, что возгорание произошло на площади 40 квадратных метров. Из здания музея были эвакуированы около 30 человек. На данное время пожар ликвидирован. Предварительно установлено, что причиной пожара стало возгорание утеплителя. По данным МЧС РФ, экспонаты музея в результате происшествия не пострадали. Напомним, ранее на рынке в Москве произошел крупный пожар. По материалам сайта newsgra.com.